Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это уже 14-й выпуск нашего сезона «Тоти» в рубрике «Форд FIFA». Итак, скорее всего, вы уже поняли по названию этого ролика, что мы поймали Криштиану Роналду. Но ведь действительно, осталось нам буквально два игрока из итальянской лиги, и мы получим Криштиану Роналду. Также осталось еще 36 бельгийцев, мы получим Кевина Де Брюйне, и осталось 67 игроков из французской лиги, и тогда мы получим Кильяна Мбаппе. Ну а в самом начале, может быть, и буквально эти 5 игроков и решат, возьмем ли мы сейчас Криштиану Роналду, либо чуть попозже. Итак, первый золотой игрок. Нет. И последний игрок. Ну все, друзья, как я и сказал, именно в этих 5 игроках нам выпало 2 игрока из итальянской серии А. И теперь мы берем Криштиану Роналду 99. Итак, друзья, 7-й Тоти в нашей команде. Ну и теперь будем, пожалуй, выполнять ачивки, потому что их у нас очень много. 66 игроков из французской лиги и Кильян Мбаппе, и 36 бельгийцев и Кевин Де Брюйн. Ну, будем также мы надеяться, что нам выпадет Марсело, Де Хея и еще остался один Лука Модрич. Переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 15 место, пережил 85 противника, за это получаю 43 золотых игрока. Итак, друзья, это получилась одна из самых интереснейших игр. Мы, во-первых, заняли 15 место, что мы и получим еще сверху 15 золотых игроков за то, что заняли топ-15, и еще получим 10 специальных за 2 убийства. У нас такое редко бывает, так что начнем пока что с золотых, их у нас 58. Итак, первый золотой игрок. Нет. Ну, конечно, когда поймали, уже что бы нам не выпадать. Нет. Уже второй раз за открытие выпадает. Нет. Итак, друзья, уже третий игрок за открытие нам выпадает, у которого уже есть эти карточки, которые есть уже в нашем составе, у которого добита уже ачивка. Почему не выпадает Марсело, там, Де Хея, Модрич? Вот почему именно они? Нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь у нас остается 10 специальных игроков, которые мы получили за 2 убийства. Первый игрок. Нет. Друзья, нам выпал Кильян Мбаппе 88. Это та же самая карточка, которая у нас и была. То есть вот эта вот обычная. Мы ее апнем до 89-й Лиги Чемпионской. Ну и получается теперь на 10 игроков нам осталось открыть меньше. И, ну, то есть поймать меньше. Теперь у нас 53 игрока из французской лиги нам нужно поймать. Нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, очень много нам выпало такой вот случай открыть игроков. Да, мы добили Криштиану еще первыми 5 игроками. Да, мы получили Мбаппе 89-го, но нам вообще очень мало выпадало игроков, которые мы выполняем для ачивки. Нам, например, не выпал ни один бельгиец. Нам выпадало несколько буквально игроков из французской лиги, но зато нам кучу выпадало. 2 раза Ван Дайк, 1 раз Месси, 1 раз Криштиану Роналду. Почему остальные не выпадают? Так что очень тяжело. Мне кажется, теперь даже до застоя мы будем все-таки открывать в несколько раз больше еще до того, как мы выполним ачивки, потому что, ну, это просто невероятно. Вот за 53 там игрока нам всего лишь 4 где-то игрока из французской лиги, это очень мало. Поэтому переходим пока что ко второй игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 23 место. Пережил 77 соперников, за это получаю 39 золотых игроков. Ну что ж, друзья, заключительные 39 золотых игрока на сегодняшний выпуск. Итак, первый игрок. Нет. Друзья, выпадает нам Лука Модрич 92, его Лига Чемпионская карточка вот такая, либо, нет, это информ все-таки, да, потому что нам красная выпала, и остается нам 7 единиц к рейтингу, поэтому 70 игроков хорватской нации, тогда мы берем
Луку Модрича 99. Нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Делайте так, чтобы ваша кнопочка горела не красным, а серым. И ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.